Доброй ночи, уважаемые друзья. Раньше у меня была такая рубрика «Ужасы нашего городка». Сейчас я думаю, что, наверное, уже пора открывать новую рубрику «Ужасы нашей страны». Потому что с каждым днем... Я сначала хотел начать с того, что у меня для вас неприятная новость. Потом я подумал, а, собственно, кто-то может вспомнить, когда новости у нас были приятные? Ну вот, в ближайшие годы или даже в ближайшие десятилетия. Я вот много прожил, и как бы я не помню, чтобы наше государство, заботясь о своем электорате, делало что-то приятное. Ну вот одна из таких какашек очередная, значит, от 21 ноября, постановление правительства о очередном расширении запретов. В данном случае речь идет о сильнодействующих лекарствах. Этот список сильно расширен. Раньше туда внесли анаболические стероиды, а сейчас туда добавился гормон роста, соматотропин. Так что это, конечно, очень неприятная новость для всех спортсменов. С нами продолжают бороться, нас продолжают душить. И я, как человек, который занимается сбытом этого препарата, конечно, спешу вас огорчить, что в совсем ближайшее время, ну, не ближайшее, там 180 дней со дня выхода, так что до весны у нас еще время есть, но потом у нас начнется ужас. Вернее, он начнется, наверное, пораньше, потому что основные игроки начнут уходить, потихонечку сворачивать свой бизнес. Естественно, свято место пусто не бывает, поэтому на их место придут всевозможные мошенники или те люди, которые готовы рисковать, а рисковать уже теперь есть чем. То есть, ну, если вас ловят на продаже гормона роста, считайте, что вас поймали на продаже героина. То есть, все выставили в одну линию, а полицейские как бы уже сейчас на низком старте будут. И вот они сейчас еще потерпят до весны, а потом они начнут долбить всех, кто рекламировал, кто продавал, кто посредничал, кто производил, конечно. И, естественно, люди не откажутся от этого. Те, кто занимался избытом и продажей, ну, те, кто выйдут из серой зоны и зайдут в темную, в черную сторону, я к ним уже не буду относиться, к сожалению, потому что у меня возраст, как бы, раньше бы мне вообще наплевать было, что это государство, я все время жил отдельно от него, что оно там изобретает, какие законы, мне всю жизнь было наплевать. Но сейчас мне такой уже возраст, когда мне уже пора с внуком нянчиться, поэтому рисковать свободой, конечно, мне уже не хочется, поэтому до весны я еще каким-то образом буду этим заниматься, а потом будете уже сами искать, и, конечно, тут риски сильно возрастут. Потому что оно и так было, я как повторюсь, в серой зоне, а сейчас все это уйдет в глухое подполье. И, соответственно, появятся подделки, появится очень много мошенников, которые тут же слетаются, когда уходят честные торговцы. И, в общем, вот грустная новость, но предлагаю вам, пока есть возможность, использую как рекламу эту печальную новость. Обращайтесь, Perfect Line, Nordex, соматотропин. Всем помогу, чем смогу. Всем пока. С вами был Андрей Полей.